Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. В этом видео я сделаю обзор на отель, а точнее корпус отеля Баохонг, Баохонг Билдинг 3, то есть здание номер 3, это апартаменты. Позади меня, для того чтобы было легко сориентироваться, смотрите, вот он, основной корпус отеля Баохонг, я уже как-то в своем обзоре показывал. Соответственно, это у нас открылся третий корпус. Вот здесь у нас за таким красивым забором находится бассейновая территория. Второй корпус с балконом. Не такой высокий, да, вот этот корпус номер два. Соответственно, этот корпус совсем недавно открыт, его иногда продают, иногда не продают. В общем, давайте зайдем, посмотрим, как там все выглядит, какие там номера. Здесь вот такое лобби, кстати, вот здесь сразу бассейн, не надо даже переходить дорогу. В этом плане, мне кажется, этот корпус даже как-то удачнее сделал. Что сейчас, ну, сейчас с вами выйдем, вы, в принципе, уже видели, да, сейчас еще выйдем, и я вам покажу, как там выглядит бассейн. Так, и пойдемте дойдем до номеров. Никого, к сожалению, нет, я сейчас попробую вам показать номера, но не факт. Ну, так, здесь этажи достаточно тихо, спокойненько, уютненько. На этажах по несколько номеров, но вот, к сожалению, я не могу сейчас вам найти открытый номер. Hello? Друзья, пока не удается мне посмотреть номер, потому что просто никого нету, все ушли на обед. А если попозже я сюда заеду, покажу вам номера. Ну... В принципе, по картинкам будет все понятно. Во-вторых, я думаю, что в принципе вы поняли, где это находится Building 3. Главный вопрос у меня был, где он находится. Я скажу точно, это свежее гораздо номера. Они внутри уже обустроены кухонной зоной. Там есть диванчик, кровати, либо две. Либо я смотрел, сейчас есть большая двухспальная кровать, односпальная. Просто мне горничная, к сожалению, не дала снять номер. Они под каким предлогом, говорит, но договаривайтесь, а договариваться не с кем. Вот, но номера хорошие, правда, и если бы выбирать вот Баохонг, если не смотреть на цену, то достаточно хороший, правда, вариант. Плюс вот здесь у нас сразу с вами размещается бассейн. Ну, территория, конечно, здесь небольшая, но зато вы в самом-самом центре. Кстати, здесь бассейны как-то улучшились, не знаю, почище сделали, то ли подремонтировали, стали более голубыми такими. Есть несколько зон, взрослые зоны, есть детские зоны, есть небольшая горка, так что есть где развлечься. Друзья, ну что, мне очень понравился Баохонг номер 3, апартаменты. Это хорошее очень размещение, классные, хорошие, большие, просторные номера с зоной кухни. Большое, самое лучшее, наверное, скажем, нововведение – это улучшенные бассейны. Сделали очень классно, они очень синенькие, свежие, чистенькие, душевые, переодевалка, в общем, все как нужно. То есть мне очень понравилось, что здесь очень сделали хороший апгрейд. Ну и понимаю, что это связано с построением вот этого нового корпуса Баохонг номер 3. А все здесь осталось остальное по-прежнему. Вот он, здание номер 1, позади мне здание номер 2. Рекомендую этот отель кому? Те, кто хотят жить в центре со всей, вот, скажем, движухой, со всеми рядом кафешками, магазинами, ресторанами, при этом хорошую иметь территорию, хорошие бассейны. Если мы сейчас рассматриваем отель Бари Бутик, то у Бари Бутика совсем маленькая, скажем, территория, точнее, вообще нет. Там есть только бассейн небольшой, здесь бассейны гораздо сильно выигрывают, гораздо лучше, находятся на расстоянии всего лишь каких-то 100 метров. Поэтому точно рекомендую выбирать этот вариант. Баохонг номер 3, еще хорошее размещение. Первый корпус уже немножко старенький, второй тоже как бы сильного впечатления на вас, наверное, не произведет после этого. Поэтому, если вы вот планируете, желаете жить в центре самом, это, считаю, очень хороший вариант за адекватные деньги. Ну и напоминаю, как обычно в конце этого видео, что я занимаюсь продажей туров. Вы ниже под этим видео можете написать напрямую в WhatsApp или просто оставить заявку на свой тур. Я, соответственно, с вами быстро свяжусь.
мы все с вами обсудим, решим. Я еще раз специально для вас сделаю консультацию, мы поймем, что вам нужно, подберем именно все то, что именно нужно вам. И, собственно, все оформим, работаю онлайн по всей России с документами, договорами, чеками. В общем, все как обычно, официально и просто. Ну что, увидимся в следующих видео. Ставьте свои лайки, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Увидимся!